Привет! Ты снова на канале ID User Help. В этом видео я хотел бы рассказать о том, как удалить файл без возможности его восстановления. Недавно на моем канале вышло видео, в котором я показывал, что можно восстановить файлы, которые вы нечаянно удалили на жестком диске, на флешке, на любом другом копителе. На примере MP3 файла мы удаляли его, допустим, нечаянно, и потом спокойно восстановили, и файл проигрывался, то есть был полностью работоспособный. Это означает, что если вы, к примеру, на флешке, либо на жестком диске удалите какой-то файл, то его можно теоретически восстановить, и в большинстве случаев получается восстановить файлы. Соответственно, если вы флеш-карту потеряете, либо продадите, то же самое и с жестким диском, если вы, к примеру, продадите жесткий диск, то можно восстановить будет на этом жестком диске удаленные вами ранее файлы. Даже если вы форматировали перед продажей жесткий диск либо флешку, некоторые файлы возможно будет восстановить. В этом видео я покажу, как удалить файл таким образом, чтобы его невозможно было восстановить позднее. Итак, давай приступим. Для начала я хотел бы показать быстро, что файл можно восстановить и что после тех действий по удалению мы не сможем восстановить. Предположим, вот у нас есть флеш-карта. Вот это USB-накопитель. USB-накопитель, на нем есть какой-то файл. Давай, допустим, на него скопируем файл. На нем есть какой-то файл. Вот такой файл. Он полностью работоспособный сейчас. И мы его удалим с флешки. Как будто вы, допустим, ненужный файл, либо какой-то секретный файл вы удалили, потом эту флеш-карту потеряли, либо продали, и можно восстановить эти файлы. По поводу восстановления у меня есть на канале видео, где я подробно все рассказываю, сейчас только вкратце пробежимся, чтобы показать, что такое возможно. Выбираем наш USB-накопитель, выбираем «Искать данные». Посмотреть найденное. Вот она наша флешка. Вот она наша песня 001. Берем и восстанавливаем ее. Куда восстанавливаем? На, к примеру, на наш рабочий стол. Выбрали восстановление. Все, файл восстановился. Программу К закрываем. И вот он наш удаленный файл, который также работает. То есть это говорит о том, что файл, который вы удалили, будь то какой-то секретный ваш файл, который вы не хотите, чтобы попал куда-то в чьи-то руки, можно будет восстановить, даже будучи, если он удален. Это мы уяснили. Теперь поговорим о том, как удалять так, чтобы невозможно было восстановить потом. Для этого мы откроем браузер на компьютере, любой браузер, и в поиске введем английскими символами Permadelete от разработчика Developers 3. Нажимаем поиск, и нам нужна страница на GitHub. Вот так выглядит эта страница. Заходим. Нам нужно попасть на вот эту страницу разработчика Developers 3 на сайте GitHub. Вот так выглядит полностью адрес. Скопируйте либо через поиск, как я сейчас показывал, либо можете вот это скопировать себе в строку поисковую и перейдете на страницу разработчика. Здесь сайт на английском языке, но я сейчас вкратце все покажу, как что скачать и как пользоваться. На главной странице у нас разные версии этой программы. Программа до сих пор активная, то есть развивается, улучшается постоянно, поэтому скачивайте самую верхнюю, самое большое по значению версию 0.6 на данный момент. Когда вы будете смотреть версию, когда вы будете смотреть видео, возможно, будет уже версия выше, еще более функциональная.
Поэтому берем самую последнюю версию. Здесь нажимаем Assets, чтобы раскрыть выпадающее меню. И здесь есть несколько вариантов. Портабельная версия программы и инсталлер. Скачиваем эту программу, нажимаем сюда, идет загрузка. Я отменю загрузку, так как у меня уже скачано, чтобы не тратить ваше время. Далее находим наш скачанный файл, нажимаем правой кнопкой мыши и запуск от имени администратора. Нажимаем «Да» и устанавливаем эту программу. Читаем соглашение, нажимаем «I accept the agreement», «Next». Здесь можете оставить как есть. Первое, здесь очень важно оставить вот эту галочку «Add permadelete to the send to folder». То есть, если у вас не стоит галочка, ставим галочку. Вот это важно. Create desktop shortcut. Это на ваше усмотрение, хотите ли вы иконку на рабочем столе. В общем, делаем так. Нажимаем Next, Install. И открываем наше приложение. Finish. Вот так выглядит приложение. Нам нужно зайти в настройки. И здесь есть в настройках варианты темы. Можем выбрать. Выбираем тему. И здесь еще одна настройка. Default number of override passes. По умолчанию стоит 1 и рекомендованная 1. Это значение отвечает за то, сколько раз файл будет записываться и удаляться, то есть на то, насколько надежно файл будет удален. Если разработчики по ней советуют 1, рекомендуют, то значит, в принципе, одного раза достаточно, чтобы постоянно удалить файл без возможности восстановления. Но вы можете выставить более жесткое значение, при котором еще больше возможности удаления, то есть более шансов еще меньше на восстановление будет. Выбираем, к примеру, я 3, вы можете в зависимости от того, насколько вы обеспокоены тем, чтобы файл был удален максимально надежно. Можете выставить даже значение 10. Все, выбрали значение, закрываем. Это приложение тоже можно закрыть. Итак, после того, как вы выставили значение в этой программе, которую хотите перезаписывать, перезагружаем компьютер. Я сейчас только что перезагрузил компьютер, чтобы все изменения вступили в силу. И теперь давайте попробуем удалить с флеш-карты файл таким образом, чтобы его невозможно было восстановить. Давай сюда скопируем какой-нибудь файл. Например, вот этот копируем. Все, файл воспроизводится. Давай ему дадим какое-нибудь имя. Вот такой файл. Теперь мы берем с флеш-карты, его удаляем. Для этого нам нужно правой кнопкой мыши нажать и выбрать не как обычно удалить, как ты обычно удаляешь, а выбрать отправить permadelete. В этом пункте мы можем еще для каждого файла отдельно выбрать количество перезаписей и нажимаем shred. Ждем, все, как видишь, файл удалился. Теперь давай попробуем его восстановить. Опять открываем то приложение, с помощью которого мы в первый раз восстанавливали. Выбираем наш диск USB-накопитель. Искать данные. И нам нужно найти файл с именем песня 777. Как видишь, этого файла здесь нет. Теперь попробуем другой вариант. Очистим корзину.
Теперь попробуем удалить файл с компьютера и посмотрим, не сохранится ли он в корзине. Потому что если файл сохранится в корзине, то, естественно, его также можно будет восстановить легко. Давай тоже. Пусть остается таким. Берем, нажимаем правой кнопкой мыши. Отправить. Перма-делит. Также выбираем три раза. Нажимаем Shred. Все, файл удалился. И более того, его нет в корзине. И здесь наша песня, которую мы удалили с флешки, тоже не находится. Есть другие, которые мы пробовали ранее, но того файла нет. Я сейчас поставлю на паузу видео и давай, чтобы быть честным, давай и дождемся, когда вообще полностью вся флешка просканируется. Итак, полностью сканирование завершено. Как видим, наш MP3 файл не восстановился, потому что мы его удалили постоянно, то есть без возможности восстановления. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий под этим видео. И напоминаю, что у меня есть видео, в котором я рассказываю, как восстановить файлы. Там более детально. Также в этой программе восстанавливаем, но я рассказываю более детально, как восстановить. Кроме, естественно, тех файлов, которые были удалены без возможности восстановления. На этом все. Всем пока.